Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, любите ли вы музыку? Есть ли у вас любимый музыкальный исполнитель? Да, я люблю музыку, как любой окружающий нас человек. Исполнителя конкретного у меня любимого нет. Я, наверное, меломан больше, предпочитаю разную музыку под разное настроение, разные направления. Ирина, считаете ли вы, что музыка может морально вдохновлять человека? Я думаю, да, у каждого человека есть определенные места, которые связаны с песнями, с событиями. Так что думаю, да. Может как поднять настроение, так, наверное, его и опустить. А какой бы мелодии вы описали свое душевное состояние? Наверное, сейчас настала осень, каким-то классической музыкой, хочется продолжения лета, а на улице все-таки холодно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.